И сигнатурный смарт, режим трасса. Делаем заезд на автоураган, за которым стоит сразу же Крис. Смотрим сработку. Сейчас был залет у нас в режиме сигнатурном. Смотрим в режиме трасса. Поехали, сработка. Только мы вот единственное сейчас не поймем, это сработка на автоураган или на Крис. То есть здесь у нас и автоураган фонит, причем фонит нормально, и Крис фонит нормально. Автоураган заточенный на 60. Крис тоже у нас на 60 заточенный. Смотрим. Здесь непонятно, на кого это излучение идет. Ну, по крайней мере, сработка есть, в отличие от сигнатурного режима, где никакой сработки нету. Кречет, оказывается, у нас, которого нету у нас. Ну ладно. Подъезжаем ближе. Смотрим этот Крис. Сработка в К-диапазоне есть. А теперь внимание, Крис. А где он здесь у нас? А вот он, Крис у нас. Ага. Да, вот он определил этот Крис. Но он определил его за сколько? Он кречетом плевался, еще чем-то плевался. За 10 метров? Очень хороший радар. Запомним, трассовый режим, где чуйка повышенная. Хорошо, трасса, идем дальше. Меняем режим. Режим смарт. Пусть будет смарт. Давайте сейчас следующий заезд проверим смарте на этом же Крисе. А потом будем дальше искатывать второй радар. А потом мы покажем, как на все на это дело работает эскорт. То есть, как бы там ни было, для меня Валентайн и эскорт, вот два эталона. Пока все.